Vijitori siko bayo viradanta munasturagam jaya jatanti yantumati lolom payo khido vyasana satamrito samavahayo guros charanam bani jayavaja santakrita karna dharajalodhau Sisila Bhakti Siddhanta Шишина Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что до тех пор, пока вы не утвердились в Гуру Татве, вы не можете начать Харибаджан. Шила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока вы не утвердились полностью в Гуру Татве, вы не можете начать настоящий харибаджан. Настоящий харибаджан вы можете начать только тогда, когда вы полностью утвердитесь в Гуру Татве, но не до тех пор. Гуру Татва, она не отлична от моего Гуру Падмы. Гуру Татва с Гуру Татва, она не отлична от Шришилы Госвами Махараджа, которая не отлична от моего Гурудева. Гуру Татва, она не отлична от Шилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати. Я имею в виду, что Гуру Татва, она это и есть Садгуру, сам непосредственно Садгуру. Я хотел много чего сказать, но не всегда у него получается объяснить это достойным образом. Даже вчера я хотел объяснить более подробно, но не получилось. О том, что трансцендентный звук, он не отличен от объекта, который он олицетворяет. И те, кто утвердились в Сиддханте, в Сиддханта Татве, то есть то, что они хотят говорить, то, что они говорят, они это являют всей своей жизнью. То есть их слова и деяния, они не отличаются друг от друга. Обусловленные души, которые находятся в этом материальном мире, есть какие-то недостатки, какие-то ошибки. Их органы чувств, они несовершенны. Через эти органы чувств, что они слышат, видят и осознают, они это восприятие несовершенно. То есть это нельзя сказать, что все они воспринимают в абсолютном виде. Вот иногда мы приходим к нашему Гурудеву, иногда мы принимаем дикшу, посвящение, и пытаемся совершать какое-то служение Гурудеву. Вчера я уже говорил об этом. Каждый год после Гуру Пурнимы, после Парикрамы, когда те преданные, которые приходили к Шриле Прабхупаде, чтобы просить у него разрешения вернуться домой, то Шрила Прабхупад не мог сказать ни единого слова, он просто плакал. Поскольку что говорить? Шрила Прабхупада, он снова и снова просил их: не пытайтесь обмануть меня, поскольку вы обещали мне, что вы будете совершать харибаджан. Вы сказали мне, что вы заинтересованы в том, чтобы совершать харибаджан. Вы обещали, дали мне такой обет. Но я вижу, что вы не совершаете харибаджан и хотите обмануть меня. Это нехорошо. Сейчас вы опять все погружаетесь в огонь самсары, в семейную жизнь. Если вы примете прибежище у Гуру Падмы,
тогда все проблемы не решатся. Если примите полное прибежище у настоящего садгуру, то только тогда и тогда все ваши проблемы не решатся. Но обычно это видно, что наша жизнь, она полна проблем. Что мы получили дикшу от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа 25 лет назад. И Шрила Прабхупада говорит, что настоящая дикша, так называемая дикша, это совершенно разные вещи. То есть настоящая дикша и так называемая дикша, то есть как бы не настоящая, а это совершенно разные вещи. Настоящая дикша, значит, это полное стопроцентное самопредание лотосным стопам Гурупад Падмы. Вы не можете найти даже в моей жизни, например, вы не можете найти ничего, что было бы моего личного. Все я принял от моего Гурудева. В этом материальном мире у меня нет ничего. Даже нет ничего, чтобы я не использовал в служении Гурудева. Все его. Это здание, это дело построено мной, это мое здание. То есть, если мы так думаем, то это неправильно. А настоящий преданный, который полностью предался Гурудеву, не может говорить, что что-то его. Это невозможно. И та шлока, с которой я начал, это очень важная шлока. Это превосходная шлока. Если я могу эту шлоку месяц объяснять с разных точек зрения. Это шлока из Шримад Бхагаватам, из 10-й песни. Восемьдесят седьмая часть, по-моему. Those Vedas, Upanishad Vedas. И там можно найти, что те Веды, те Упанишады, они произносят какие-то гимны, стути, молитвы возносят Кришне. Когда Кришна в форме Нараяны, он отдыхал в этом океане. В течение 4 месяцев, когда мы совершали эту Читрамасю-врату, согласно Бхагаватам, Читрамасю-врату мы можем начать соблюдать с Экадыши, Шаяна Экадыши, и мы заканчиваем соблюдать ее в Утхана Экадыши, то есть картик, конец картика. Хотя есть еще немного другие правила, как, например, с Пурнимы до Пурнимы соблюдают, это тоже правильно. Некоторые с Двадаши до Двадаши начинают, то тоже пойдет, но согласно Бхагаватам, Кришна начинает спать с Шаяна Экадыши. А в нашей жизни, то есть сон, он как бы олицетворяется Тамагуной, но Кришна, нет, он пребывает в Шуда-Сатвагуне во все время. There cannot be any sleep. Sleeping is a matter. Сон это не наш сон, это совершенно нечто другое. Related to our daily life. We sleep. We can go to sleep. We can get up. But Krishna is always alert. 100% consciousness. То есть если мы иногда спим, иногда не спим, а Кришна всегда находится в полном сознании. Anywhere, anything happening, instant Krishna can.
если что-то случается в этой вселенной или в другой вселенной, Кришна, он знает об этом сразу же. Гуру-таттва, Кришна-таттва, они очень сложные. Можно запомнить много шлок, много стихов из Писаний. Можно объяснять их людям, но то толку от этого мало. Если мы просто будем запоминать шлоки, но без полного осознания, самоосознания этих шлок, наше знание, оно несовершенно. И полное осознание этих шлок и писаний может быть дано только гурудевами, настоящими вайшнавами, гуру-вайшнавами. А кто из гуру? То есть это они не отличные. Вайшнава-таттва и гуру-таттва, они не отличные друг от друга. Однажды случилось так. Один преданный пошел в Гопи-Шарадас, с Бабаджи Махараджу, поклонился ему. Махарадж спросил, откуда пришел. Тот сказал, с Навадвипы, там Расалила Киртан поют. Гопи-Шарадас, с Бабаджи Махараджу сказал, что не нужно туда идти. Почему? Да, так, очень красивый Раса-Киртан, смотрите, все приходят, плачут там. И Гопи Шарадас Бабаджи Махарадж сказал, нет, у них есть скрытое вожделение, они плачут не потому, что ради Кришны они... Их слезы они совершенно не значат никак ничего возвышенного. Если мы плачем от божественного вдохновения, то это одни слезы. Если кто-то нас как-то оскорбляет, обижает, мы тоже плачем. Это другие слезы. А если кто-то из наших любимых или близких умирает, мы тоже плачем. Это тоже другой вид слез. То есть они имеют скрытое вожделение в их сердце, и поэтому не стоит туда идти. Если вы хотите слушать Харикатху, вначале всего вы должны наблюдать за собой, какое чувство рождается в вашем сердце, когда вы слушаете Харикатху от конкретного вайшнава. Очень много секретов в баджане. Смотрите. Даже если вы пойдете в джунгли, я очень извиняюсь за то, что я говорю. Даже в джунглях есть какие-то правила и порядки. Те животные, которые живут в джунглях, они следуют этим правилам и порядкам. Например, если есть какой-то олень, или еще какое-то животное, оно пьет воду с озера или реки, то, например, в случае с Джанда-Бхаратом, когда этот олениха, она пила воду, и вдруг она услышала рык тигра, который, и вот она уже думала, что тигр, он уже практически сейчас прыгнет и схватит ее, но лишь такие лесные правила таковы, что если олень пьет, то тигр или лев, они не будут нападать на эту, на эту олениху или еще на кого-то. Они не подождут, пока она напьется, и только потом могут напасть. То есть в их сердце Господь установил такие правила.
I am not no. ready to follow any single rules and regulation of this Western society. So painful situation persisting no, в, ну, in this present situation. Но, к сожалению, в текущем, как сказать, состоянии дел в вайшнавской традиции, ну, никто не следует даже таким простым правилам. Это большая проблема. И вот сегодня я хочу сказать о том, что если вы не способны понять настоящую духовную форму вашего Гурудева Ванисварупа, то есть если вы не сможете увидеть вашего Гурудева в его трансцендентном виде, то есть его форме, его наставление, его учение, то тогда вы не сможете совершать настоящий баджан. Тогда вы обречены на падение с пути настоящего баджана. Поскольку вы не можете видеть трансцендентную форму, то есть Ванисварупа, то есть его учение Гурудева. Гурупадпадма, его тело, оно не сделано из крови, кости, плоти, как мы у нас. Вначале всего мы должны осознать, и только потом мы можем начать настоящий харибаджан. И если мы будем изучать истории жизни нашей Гурварги, даже если я хочу сказать что-то о себе, но кто обо мне будет слушать, нужно. Но Шрила Прабхупада сказал нечто о том, что Шрила Прабхупада говорит, до тех пор, пока вы не продадите себя Гурудеву, если вы хотите освободиться из этого мира в этой жизни, то тогда вы должны продать свою голову, то есть продаться Гурудеву полностью. Если кто-то мне скажет, о Махарадж, если ты... То есть, если мне кто-то скажет, что если ты сейчас отрежешь свою голову и кинешь ее, поднесешь ее стопам Гурудева, то тогда ты сможешь получить Кришну. Я готов на это. Так просто. И что там в моей голове? Если кто-то пообещает мне, как Чайтанья Махапрабху, он пообещал кому? Санатан Госвами. Кому? Мукунда. Мукунда, он был практически сахаджи. То есть Мукунда на самом деле не был сахаджи. Он играл роль сахаджи. Также он был личным спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот так, ну, он делал вид, что он сахаджи. И вот, согласно версии Чайтаньи Махапрабху, я не могу одарить его милостью, поскольку он сахаджи, какой бы... Ну, куда бы он ни приходил, он как-то приспосабливался к какой-то, какому-то обществу или какой-то ситуации. Но чистые преданные, они не могут так делать. У них есть некое чувство особенности, поскольку я много раз говорил, что Шрила Прабхупада сказал нам, что мы гауди, мы должны... У нас есть некая особенность, и мы должны ее всегда поддерживать. У нас есть особенность. Какая особенность? Что значит эта особенность? About speciality of Gaudiya's. We go here, we have some speciality with us. What do you mean by the speciality? И что это за особенность? Шрила Прабхупада сказал.
Это особенность относительно сиддханты. Особенность относительно севы. Я много раз говорил об этом, вы помните. Поэтому то, что я говорю в сиддханте, это может... то есть сева и сиддханта, это есть то же самое. То есть, что такое сева, это сиддханта, это сева в практической форме. То есть, как, например, подобно теории Эйнштейна, материя может быть превращена в энергию. Нас Махарадж, когда он учился, он читал книгу по физике, и там объясняется. То есть превращение материи в энергию. И, то есть если взять какую-то мельчайшую часть урана, ее можно превратить в энергию. Но... И не очень... According to this theory, we get thermal power. И вот, ну, это, в общем, термическая теория, атомная теория. We get enormous energy, electrical power, according to this theory. At present, the scientists, they are calculating. И вот сейчас ученые подсчитали, что материя может быть превращена в энергию, и также энергия может быть превращена в материю. Я в следующий раз об этом более подробно расскажу. Но смысл в том, что сиддханта – это сева в практической форме, и наоборот. So you see, и вот смотрите. What I wanted to speak before that? About Siddhanta and Seva. We must maintain speciality regarding Siddhanta and Seva. Должны поддерживать особенность относительно Siddhanta и Seva. То есть наша Seva это Siddhanta. And Seva I can speak literally language because I told language and the object is Seva. То есть суть в том, чтобы что такое сиддханта, это сева в практическом приложении. И вот Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж не отличен от того учения, что он представляет. То есть его жизнь была не отлична от его учения, он следовал всему, чему он говорил. He was a beloved person of Srila Bhaktisiddhanta. Был один из возлюбленных учеников Шрилы Прабхупады, личный спутник Шрилы Прабхупады Сарасвати Такура. Sometimes somebody fight in different sabha. But all the devotees, those who took shelter to the lotus feet of Prabhupada, they are all personal associates of Prabhupada. I said, no, wrong. То есть некоторые говорят, что все те преданные, которые приняли посвящение у Шрилы Прабхупады, они все его личные спутники. Но нет, это не так. Они не все его личные спутники. Как, например, кто из личных спутников? Кто такие личные спутники Шри Чайтанья Махапрабху? То есть как можно опознать, то есть кто это, настоящий спутник Махапрабху или нет? То есть главный признак это то, что то есть те желания сердца, которые имел Махапрабху, он их как-то воплотили в практической форме в своей жизни, это есть личные спутники Махапрабху.
That time it was a special chance for bonded soul. В то время, когда Махапрабху был здесь, у них был особенный случай, когда все могли получать милость. Как, например, мы идем на базар, там распродажа, 50% скидки. Во время Махапрабху был особенный случай, очень особенный. Whom to give, whom not to give. That kind of judgment was not there. В то время, во время Махапрабху, кому, кого одарить милостью или не одарить, Нитянанда и Гауранга Махапрабху, они все благословляли, они на всех проливали свою милость. Даже если их некуда было как бы принять милость. То есть такой пример можешь приводить. Нам кто-то даст молока, но у нас некуда его налить молоко. Чтобы взять молоко на какую-то кружку или емкость для молока. Но во время Махапрабху даже об этом не думали. То есть Махапрабху, что у вас нет емкости, чтобы принять эту мою милость, я дам вам эту емкость. И милость, расу, все вам дам. И вот много людей слушают Харикатху, но не все могут осознать это, поскольку их ум беспокоен. И вот Парампуджапад Шрила Бхакти Ракшак Сиддхартха Госвами Махарадж, он написал ставу через Шрилу Прабхупаду. И вот там говорится в одном стихе, что те, чтобы освободить падших душ, он принял саньясу. С таким же чувством, как Шри Чайтанья Махапрабху. То есть у людей как бы не было уважения к... Поскольку люди были возмущались, планетики, хотели даже побить Махапрабху и Нитянанду Прабху. И тогда Махапрабху, он принял саньясу, чтобы таким образом люди лучше его воспринимали. Лучше воспринимали его учение. И он ходил от дома к дому и просил подаяние. И что это было за подаяние? Не подаяние в форме каких-то продуктов, а в форме того, что люди обещали воспевать святое имя Кришна. И вот смотрите, Шрила Прабхупад с таким же умонастроением принял саньясу. То есть в Индии люди, если видят саньяси, они естественным образом они оказывают ему уважение. То есть хотя бы какое-то уважение будут естественным образом иметь. Кланяться и поскольку если вы примете саньясу, даже отец и мать, они вынуждены будут кланяться вам. Да, иначе нужно будет совершать какую-то каяться, если не поклониться саньясину. Шрила Прабхупада тоже много было всяких противников, недовольных, и поэтому Шрила Прабхупада решил принять саньясу, чтобы было проще проповедовать. They took sannyas from Poto. What wrong if I take sannyas from Poto? You are brute.
You cannot calculate the exact thesis, I mean, Siddhanta. Вот Рамануджа Ачарья, например, принял саньясу от, от, ну, от изображения своего Гурудева. А в Бхагаватам говорится, что есть 8 видов виграхи, то есть из разных металлов, как Махарадж перечислил. И изображение – это тоже одна из форм виграхи. Out of that, one is photo. But provided that, if you see the picture of Srila Gauranga Mahaprabhu's Gaur-Nityananda, if you can 100% realize that this is Gaur-Nityananda, no other than Gaur-Nityananda. Один из условий, то есть изображение было, должно быть, ну, у нас должна быть твердая вера, что это действительно действительно изображение, которое не отлично от того, что он, кого он изображает, как, например, в случае в Калне был. Что, там был Горидас пандит, у него было божество Гаур-Нитьянанды, и он не хотел отпускать Гаур-Нитьянанду, чтобы они уходили от него. И вот, ну и договорились, что это Горидас Прабху сделает божество Гаур-Нитьянанды, поставит их в храме, будет поклоняться им. В общем, договорились, и все. Ну все, уже Гаур-Нитьянанда собрались уходить, и Гаур-Нитьянанда Прабху сказал: нет, я вас не отпущу, отпускаю божества. Уходит, а вы оставайтесь, ну и хорошо. Так получилось, что эти божества, они ушли, а Гаур-Нитьянанда остались с ним. То есть это случай доказывает, что... что Господь не отличен от своей виграхи. И у нас не должно быть никаких сомнений в этом. В тот день я говорил, не помню где точно, но говорил о том, что если я спрошу вас, видели ли вы Верховного Господа, что вы ответите? Видели Господа, видели или не видели? Думать, видели, не видели, но глупо. Не видели Кришну. Виграха, она не отлична от Шри Кришны. Если у вас нет веры в это, вы можете сказать, что Махараджи, я видел Виграху, видел Кришну, но я не мог осознать, что это Кришна. Но сказать, что не видели Кришну, это будет ложью. Как бы мы видели, но не осознали, что это Кришна. Вот они находятся, берите, смотрите. Вот Гаур-Нитьянанда, они могут говорить с нами. Я отвидел Вамангасая Махарадж. Ачарья Девананда Гаудиамадха. Я был очень удивлен. Это около 15 лет назад. Я не помню точно. Я был во Вриндаване. Ну, я в Калькутте иногда приезжал. И так или иначе, в начале всего я шел в Девананда Гаудиамат, там принимал омовение, и шел кланяться Вамана Госвами Махараджи. Так я кланялся ему постоянно. Я видел, что Вамана Госвами Махараджи я видел из своего баджан-кутира. Он поднялся на ступеньку одну и пошел к храм, в алтарную. И начал кланяться Радха Винод Бихари Горахари. Я был очень удивлен. Я сидел сзади. Я видел, что он говорит с Виграхой.
Я видел моего Гурудева, он тоже говорил с Сригахой, было около 95 лет. И вот. Я видел Гуру Махараджа, многие видели. Он, когда колонился в Виграхе, Рада Гопинатху, ну, достаточно в пожилом возрасте, и он как бы трясся и плакал, как будто говорил с Рада Гопинатхом. Возможно, видели одну картинку, фотографию, когда Гуру Махарадж кланялся Радакунде, Радаране. И вот когда он кланялся Радакунде, и все видели, он плакал, он лежал на дороге, предлагая полный распростёртый и поклон, и плакал. Почему я говорю об этом? Поскольку, чтобы дать вам какое-то осознание, поскольку эта фотография, она не отлична от божеств. И вот, когда Рамануджа Ачарья принял саньяс от изображения, это был его Гурудев на самом деле. Поскольку все особенности, все качества его Гурудева, они явились в его сердце, поэтому все тут правильно. И когда Шрила Прабхупад принял саньясу от изображения Гаура-кишоры дас Бабаджи Махараджа, все возмущались, как бы, но нет, он не нарушил правила. Он принял саньясу от Шрила Гаура-кишоры дас Бабаджи Махараджа самого непосредственно, без изображения, без фотографии. Это мы там фотографию видим. И это такого сиданта. И вот сейчас мы вернулись к Шридхару Госвами Махараджу. Точнее, Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Что значит Саранга? Саранга, согласно санскриту, значит то есть медовая пчела. И вот вы можете в Бхагаватам найти в первой песне относительно Парикшит Махараджа. Риши, они провозгласили, они предсказали то, что он может, что Парикшит может, что он может извлечь всю суть, то есть подобно тому, как пчеля, такая особенность пчелы. То есть мы будем пытаться извлечь мед из цветков, то сколько бы мы ни пытались, но ни капли меда не получим. А медовые пчелы, они естественным образом летят к цветку и извлекают мед очень просто. И таким образом мы не можем стать успешными без полной милости Гурупад Падме. Кто? Игорь Гурудев, он подобен пчеле, медовой пчеле. Читание Махапрабху, лотосные стопы, читание Махапрабху, они подобны лотосным цветкам, и все пчелы, те личные спутники, читание Махапрабху, они. Они летают вокруг этих лотосных лотосов. И слышно такой звук летающих пчел. Но когда пчелы садятся на эти цветы и начинают извлекать мед из цветков, то уже звука нету. Они уже не летают, а сели и извлекают мед. И вот нет никаких беспокойств, нет. И вот и таким образом Госвами Махарадж, его имя,
то есть пчела. Сарангу. So Gosvami Maharaj is giving this name, very excellent. What is called Sharanagati? Что такое Шаранагати? What is called inclination? Наша преданность. What is called submission? Наше самопредание. I cannot explain 100%. Because any amount of philosophy is not equal to the complete I am, because I am material person. Никакая философия не не значит, но, что... So it's good if I give some example of Gosvami Maharaj. То есть как бы нельзя философию привести пример со мной. Лучше приводить таких воздушных вайшнавов, как Гасвай Махарадж. Махарадж. И вот Махарадж. Was big learned man. Он был очень ученым. Во время британского периода в Индии. Британские офицеры, они его очень сильно уважали. Он был офицером на станции Данбад. Занимал какой-то высокий пост на железной дороге в округе Данбада. Нет, после Дургапура, Асансола, вот Данбад. И вот он там, в этом городе, он занимал пост в администрации железных дорог. Его английский также был очень, очень высокого уровня. И никто не мог понять, насколько он высок. То есть понимали, но далеко не все. И вот так или иначе, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, он проезжал там мимо и остановился на какое-то время на этой станции. Так случайно нужно было пересесть на другой поезд. И вот в то время Кудачи, но поскольку это было все организовано Верховным Господом, и вот он увидел Шрилу Прабхупаду и поклонился ему на железной дороге. И он пригласил его, чтобы пришел к нему домой, чтобы осветить его жилище и всю его семью. И вот хорошо, Шрила Прабхупада согласился, но ненадолго. И вот это не рядом, и вот он пригласил его. И Шрила Прабхупаде оказал он всевозможное почтение, и Шрила Прабхупад находился там какое-то время, он говорил о Харикатху некоторое время, очень коротко. И Госвами Махарадж, он почувствовал, что его сердце, но сказал ему, что я не могу, то есть он... То есть он почувствовал, что должен принять прибежище у Шрилы Прабхупады, что это его Гурудев. И он понял это. И вот после этого вот он уже тогда предался в то время. Я упогасаем потом объяснял этот случай. То есть вот это шлоку. Из Бхактирасамрита Синду можете найти одну шлоку Рупа Госвами Пад, он откуда-то приводит. Но мы не можем понять этого. Вначале всего мы должны предаться лотосным стопам Верховной Гурупад Падме. Вначале. Подобно тому, как из Рамаяны Махабхараты.
много примеров есть, когда Сита Деви, например, когда она выбирала кого, на ком, мы выбросим мужа. И вот в то время было правило такое, что приходит много женихов, и царица, точнее, эта принцесса, она выбирала. Вот Сита Деви, Драупади, они выбирали себе мужа. Свайамбар называется. После этого уже можно жениться. Сначала нужно выбрать. И таким же образом с Гуру Падмой, когда вы видите некую возвышенную личность, тогда ваше сердце, оно скажет, кто он. Это необычная личность. Гуру Татва, я начал с Гуру Татва. Я пришел опять, вернулся, когда я увидел моего Гуру Падму. Кто-то в моем сердце сказал, что да, это твой Гурудев. Когда увидел только одну фотографию Гурудева во Вриндаване, я сошел с ума. Как-то с преданными и мы ездили туда-сюда, и то есть был подобен сумасшедшему, он ездил как бы туда-сюда без всякой, без всякой цели. И вот я покупал кучу книг, и вот она же взял один журнал, листал, и все, я увидел Гурудева, и все. Я видел некоторого пожилого человека, никогда не видел его раньше. Но мое сердце на 100% сказал, что кто-то сказал в мое сердце, что это твой Гурудев. Ты всю жизнь ищешь его, вот ты нашел. Я адрес посмотрел, ну, и поехал. И тогда я вернулся оттуда. Я... И вот я все-таки переночевал на другой стороне реки, и с утром в то время приснился какой-то сверхъестественный сон, и вот утром я уже поехал искать моего Гурудева. Это случилось со мной. И вот если вы будете пытаться получить садгуру, то же самое случится с вами. Это должно случиться и случится, поскольку без этого невозможно. Когда Шрила Бхакти Лакшмита Госвами Махарадж поехал в Россию, Камалакша был преданный. Мать Камалакши пришла встретить Шрила Бхакти Лакшмита Госвами Махараджа. Она никогда саду не видела до этого. Она пришла посмотреть. Даже не знала, как кланяться. Она посмотрела на него и начала плакать. То есть как естественно, как-то не могла остановиться. Никто не мог понять, почему она плачет. Тетка Махарадж ничего не сказала, ей просто посмотрел на нее, и она начала плакать беспрерывно. И что за мистика в этом случае? Можете объяснить, что случилось? Поскольку она смогла осознать нечто необычное. И вот так, получив даршан Шрилы Бхакти Лакшмитирти Госвами Махараджа, она осознала, что жизнь очень коротка. И в ее сердце кто-то сказал, что ты делаешь, теряешь свое время, твоя жизнь очень коротка. Ты можешь умереть в любой момент. Смотри, это великая личность. Понимаете? И вот какая-то реакция случилась в ее сердце. И это должно случиться в Писании. Говорится,
саду даршан. То есть впоследствии от даршана святого человека, саду даршана, необратимо что-то обязательно случится. Да. Подобно яду. Если вы примете яд, яд вас не простит. Знали вы об этом яде или не знали? Он будет действовать. Даже огонь, когда ребенок, он как-то обожжется, то есть засунет руку в огонь, огонь не посмотрит, что это, ну, маленький ребенок не знает, что огонь обжигается, он просто обожжет его. Ну, в случае Прохлад Махараджа огонь, например, не обжег Прохлад Махараджа. Вот, и вот Шрила Махарадж, он почувствовал реакцию в своем сердце, и потом много раз случалось то, что он плакал в разлуке, поскольку он уже отдался, полностью предался Шриле Прабхупаде. Хотя внешне видно было, что Госвами Махарадж не принял еще никакого посвящения Шриле Прабхупаде. Как, например, Парикшит Махарадж, от кого он получил дикшу? Что значит дикша? Дикша значит получить связь с Верховным Господом. Дикша – это процедура, через которую вы получаете знания о вашей вечной связи с Верховным Господом. Это и есть настоящая дикша. И если это уже свершилось в вашей жизни, то да, это уже настоящая дикша. И вот Шрила Прабхупад объясняет, слушая Бхагаватам от Шукадева Госвами, он развил это чувство самбанти, то есть чувство, и это есть дикша. А те, кто получает мантры, а потом как-то спорят с Гурудевом, это не настоящая дикша, они хотят как-то эксплуатировать Гурудева. Мы настолько глупы, что мы хотим использовать Гурудева для наших собственных интересов. И вот Шрила Прабхупад рассказывает эту историю про шалограммы. Вот однажды один преданный поклонялся шалограммам. И вот иногда ему нужно было орехи колоть. Вот он брал эти шалограммы, только колол орехи. И он как бы поклонялся шалограмме в то время. Камня у него не было, чтобы расколоть орехи. Он пользовался шалограммами. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы хотим использовать Гуру Вайшнава для наших личных целей. Тогда мы не севаки. Если у нас есть какой-то запах, то есть мы хотим получить что-то от Гурудева, какие-то исполнить какие-то личные интересы, то есть мы не севаки, мы подобны бизнесменам, подобны торговцам. То есть они хотят что-то получить взамен. Это правило. И вот смотрите, Шрила Махарадж принял дикшу. И вот потом он явил грихастха лилу, то есть он уже... И вот потом Бхактисиддханта Госвами Махарадж, он занимался тем, что он ездил по разным местам и просил пожертвования для Шрилы Прабхупады. Госвами Махарадж, он... каждый день Шрила Прабхупада послал 1 или 2 рупии со своей зарплаты, но в то время 1 рупия была, ну, это были большие деньги. И вот однажды Госвами Махарадж all his luggage going to
взял, погрузил все вещи на какой-то грузовик и поехал к себе Прабхупаде со всеми своими пожитками, женой, вообще все, что есть. В общем, приехал к себе Прабхупаде и сказал: все, Прабхупад, я предаюсь тебе, я твое, делай со мной все, что хочешь. И вот и вот он начал, Шрила Прабхупад организовал его жизнь в йога-питхе, и получил посвящение имя Апракрита Брамачари. И вот вместе с Хари Гривой Брамачари, это Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, эти две великих личности, они собирали пожертвования для читания Бхакти. Читание Мадху не отлично читание Махапрабху. Мы должны через санкиртану удовлетворять Махапрабху. И чтобы совершать санкиртан, нужны какие-то средства. Вот Апракрита Брамачари и Хари Брамачари, они собирали те дрова, все горючее для все необходимое для того, чтобы совершать санкиртану. И Шрила Прабхупад был очень доволен. И вот после этого Шрила Прабхупад отправил Госвами Махараджа на запад, и он начал проповедовать там очень великим образом. Он Есть даже лекции Госвами Махараджа на английском, настолько великолепны. Я говорю очень кратко. Однажды Госвами Махарадж обнаружил, что у него денег нет вообще, ни копейки. Но нужно было заплатить за что-то срочно. Денег не было вообще. И вот он думал о Шриле Прабхупаде, что делать сейчас. И тем временем пришел почтальон и сказал: вот перевод денежный пришел. Да, перевод. Да. Как получить этот перевод? Поскольку это не было. Чек его выписали, видимо, и она была наличная. И вот он пошел в банк. И вот поэтому переводу мог бы ему дать денег. Ну, попросили удостоверение личности, а Госвами Махарадж был как бы, его удостоверение личности было не с ним, оно было достаточно далеко. Now Maharaj was thinking what to do. Suddenly he went to bank manager requesting, without card we cannot give. Ну, без твоего удостоверения личности мы не можем тебе ничего дать. И он увидел, тут газета была на столе у твоего менеджера банка. И на предыдущий день было большое собрание. И вот в этой газете была фотография Госвами Махараджа из и был репортаж про него. И он сказал: ты же, о, смотри, вот смотри, вот газета, вот моя фотография, мое имя там, даже дала деньги. Вот я Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Он увидит. Да, действительно, он. Ну, пойдет. В общем, отдал ему деньги. Насколько был умен Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Вот однажды пришли какие-то англичане, начали возмущаться, что давай покажи Верховного Господа. Ты говоришь какую-то философию, давай показывай своего Бога. И вот Госвами Махарадж сказал, this is not sleep of tongue.
Yes. Он сказал, да, могу показать. Вот завтра с утра приходите, я покажу. Ну, нет, ничего не было. Ни божеств никакой, никаких с собой, ничего не было. Вот он всю ночь думал, о, Прабхупад, что мне делать? Пообещал показать Господа, и вот что делать. И вот он как утром чистил зубы, ходил, думал, что делать, и вот видел Виграху Васудева, что такое. О мой Господь, четырех руки Васудев, вот под деревом. И он побежал, обнял эту Виграху и начал плакать. О, Господь, насколько милостлив ты ко мне. Ты спас мою жизнь, они тут пришли спорить ко мне. Тут мне нечего будет предъявить. И вот утром пришли много этих англичан, и он начал объяснять им, что такое Виграха. Что это Виграха, да, не отлично от Верховного Господа. Он объяснил эту татву, эту теорию. Я видел эту фотографию, когда Госвами Махарадж приехал из Англии. Он, когда спускался с трапа самолета, он держал эту Виграху на руках. И вот смотрите, если я буду говорить о Госвами Махарадже, это подобно океану. А я подобен маленькой птичке. Если буду продолжать говорить о его сиддханте, о его действиях, о его деяниях, здесь это очень много. И только я прошу милости у Госвами Махараджа, чтобы он оказал мне свою полную милость, поскольку очень малое создание, если он может благословить меня, то тогда я смогу пересечь этот океан, материальный океан, и я смогу достичь лотоса стопа его Гурудева и Махапрабху, Шрила Прабхупады. Все находится на Галуке. И хотя не достоин, но по их милости я смогу сделать все, что угодно. Но вот время у нас ограниченное, поэтому я заканчиваю.